Аглар, вот скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь слышал о сказке «Золотая рыбка»? Слышал. И что там происходило? Ну, жили-были дед с бабушкой, у них там все в доме устарело, у них было сломанное корыто. И тогда пошел дед ловить рыбу, и тогда он случайно наткнулся на что-то золотое. И потом начал тянуть, и из моря появилась она, золотая рыбка. А вот смотри, она там исполняла три желания, правда ведь? Значит, у тебя есть три желания. Давай начнем с первого. О чем ты мечтаешь? Талант заработать свое пение. Ты хочешь стать хорошим певцом? Ну да, чтобы было на сцене много людей, а я один. Именно с этого момента началась реализация мечты героя нашей программы Аглархана Тимерханова. Мальчик, поборовший болезнь аутизма. Мечту Аглара воплотить в реальность вызвался автор благотворительной передачи Самат Гакаев, который, услышав о фестивале с помощью поддержки директора общества с ограниченной ответственностью «Интерактив» Малики Мазаевой, реализовал мечту нашего героя. Так, на концерте «Услышь мое сердце» Аглару выпала честь открыть концертную программу с музыкальной композицией «Мой Кавказ». Фестиваль стал возможным благодаря Малике, цель которого в первую очередь поднять настрой детям, борющимся с тяжелыми недугами, а также волей судьбы, оказавшимся заложниками ограниченных возможностей. Благодаря таким концертам дети начинают понимать свою важность в жизни тех, кто их окружает, и заботится о них, говорит Малика. Когда мне сказали, что есть такой ребенок и у него есть мечта, конечно же, мне захотелось помочь и поддержать этот проект. У нас Аглар Тимерханов выступил, кстати, прекрасно, уверенно, честно говоря. Я, когда мне о нем сказали, немножко волновалась, потому что все-таки ребенок, если не выступал на большой сцене, ему сложно будет. Но он настолько классно адаптировался на этой сцене, что я немножко себя даже почувствовала не по себе. Благотворительный проект «Берега надежды» за время своего существования помог воплотить в реальность множество желаний маленьких героев. Аглар не перестает благодарить всех тех, кто участвовал в реализации его самой заветной мечты, к которой он долго и упорно стремился. Сейчас, когда я увидела, когда он только пришел на сцену, вы бы увидели, мне было даже немножко не по себе от того, что он сразу вписался. Наверное, это было, мы, честно говоря, готовили его к другому, нам казалось, там, я не знаю, ну, какое-нибудь ремесло, ну, что-нибудь такое руками. Наверное, мы ошибались. Это вы его открыли, потому что он на сцене вписался, столько радости. Он очень эту сцену полюбил, он даже подошел и сказал, мне здесь очень нравится. Огромная благодарность за то, что помогли исполнить его мечту. Вот я бы, наверное, не смогла, а у вас получилось. Я вам очень благодарна. Малика Мазаева на протяжении многих лет ведет работу с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ее первый проект «У беды нет нации» был запущен в 2015 году. За время своего существования он помог выявить одаренных детей среди детей с ограниченными возможностями в Республике Дагестан, Чечне и Ингушетии. Аглар Тимерханов очень благодарен Малике и Самаду за воплощение его мечты в реальность. Как отметил наш герой, это лишь его первая ступень к большой карьере. В планах у Аглара есть множество идей и музыкальных композиций, которые он желает исполнить и участвовать на концертах, что поможет ему развиваться в его музыкальной деятельности. И сейчас я желаю всем тем, кто хочет выступить, хоть даже если у него есть ограниченные возможности, но все равно каждая такая организация дала, чтобы всем давала позволять выступить. Ведь эти дети хоть инвалиды, но нельзя их так называть, потому что мы оскорбляем их, но это, я считаю, неправильным. Самое правильное – уважать их и также защищать их, ведь потому что они чем-то отличаются от нас. На слете благотворительного фестиваля участвовали множество талантливых детей с различных республик Северного Кавказа, а также гости из Москвы. Это не первый и не последний концерт, организованный обществом ограниченной ответственностью «Интерактив». В планах у директора компании Малики Мазаевой более обширные концертные программы с участием особенных детей с различных уголков России.